Там парапапам. Салам алейкум, братан. Алейкум салам. Блин, выручи, срочно в долг бабки нужны, семейные проблемы. Хотя на самом деле мне бабки нужны, чтобы эту пятницу с одной тёлкой кайфануть. А про семью придумал, чтобы на жалость надавить, чтобы ты бабки мне дал. И это, когда верну, я тебе скажу, стабильно через неделю, братан. Хотя на самом деле, может, через месяц. Да хотя и вообще не верну, братан. И ты меня простишь, я же знаю, что, братан, получится. Так, я тебя услышал. Ну, для начала давай я сделаю вид, что я тебе хочу их дать. Mm-hmm. Семейные проблемы, как-никак. Но на самом деле я сейчас придумаю, как бы их тебе не дать. Так, какое у нас сегодня число? 24. Так, я сейчас тяну время. Сейчас я еще не придумал. У меня же кредит, которого нету. Но зато это такая отмазка, чтобы ты от меня отстал. Че, братан, никак? Вот ты гнида черножопая жадная. Да, я знаю. Да ты тоже меня достал уже, попрошай. Ладно, давай, Ванечка.